4 января 1878 года София перезвонами колоколов и цветами встречала русские войска во главе с генералом Иосифом Гурко. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов русская армия после победы под Плевной в конце ноября 1877 года положила начало освобождению Болгарии, находившейся под гнетом Османской империи. Зимой 1878 года русские войска под командованием генерала Гурко совершили трудный переход через покрытые снегом Балканские горы. Не все генералы разделяли точку зрения о необходимости зимнего форсирования Балкан. Однако ряд укрепленных позиций, включая Шипку, был уже занят русскими войсками, отвод которых означал бы необходимость снова брать эти позиции весной. С другой стороны, оставляя войска на Балканах на зиму, пришлось бы обречь их на большие потери от холода и болезней. Переход было решено совершить тремя отрядами. Западный отряд генерала Гурко должен был преодолеть Балканы в районе Этрополя и выйти в долину Софии. 13-25 декабря в жестокую бурю и метель полки двинулись в поход. Местные жители с ужасом смотрели на выступление русских войск, считая их обреченными на верную гибель. Переход длился 8 дней вместо ожидавшихся двух. Позднее историки сравнивали его с походами Ганнибала и Суворова. При этом некоторые добавляли, что Ганнибалу было легче, поскольку он не имел артиллерии. На пути следования русских ожидали турецкие заслоны. 19-31 декабря гвардия разбила турок у Ташкисана, а 20 декабря, 1 января, у горного Бугарова была отбита контратака значительно превосходившихся неприятеля. Балканы были преодолены. 21 декабря, 2 января, отряд генерала Гурко двинулся к сильно укрепленной Софии. 22 декабря, 3 января, рекогносцировал ее, и 23 декабря 1877 года, 4 января 1878 года, занял без боя, так как турецкая армия накануне ночью оставила город. Жители болгарской столицы восторженно встречали русских. Князь Дондуков-Корсаков докладывал императору Александру II. Трогательно, неподдельные чувства болгар к России, русским войскам. В приказе Гурко, обращенном к войскам, говорилось: «Занятием Софии закончился этот блестящий период настоящей кампании, переход через Балканы, в котором не знаешь, чему удивляться, храбрости ли и мужеству вашему в боях с неприятелем, или же стойкости и терпению в перенесении тяжелых трудов в борьбе с горами, морозами и глубокими снегами. Пройдут годы, и потомки ваши, посетив эти дикие горы, с гордостью и торжеством скажут: здесь прошли русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей». Взятие Софии открыло русской армии путь в Македонию и к Царьграду и приблизило заключение Сан-Стефанского мирного договора.